Всем приветики! Я ваша Арина Готовит. Вовсю идет засолка кимчи на зиму. И сегодня я вам покажу очередной рецепт приготовления кимчи. Готовы? Поехали! Кимчи я в этот раз не солила сама, а заказала уже засоленное. Оно уже готовое, вот промытое, очень удобно и экономит время. Ну а сейчас я вам покажу, как я делаю заправку для кимчи. Это самый простой способ. Для этого режем лук-порей. Затем режем зеленый лук. Затем режем салат красной горчицы. Режем репчатый лук. Режем яблоко или грушу. Режем имбирь. И красный неострый перец. Ну а теперь все это перемолим на миксере. Вот, кладем мы грушу, затем лук репчатый. Будем делать частями. Имбирь. Перец красный, не острый. Креветки криль соленые. Затем креветки свежие. Все, и перемалываем. Теперь нам нужен бульон для заправки. Вот берем воду, ламинарий, грибы шиитаки сухие, затем можно взять любую рыбу, хоть анчоусы, и корни лука-порей. Если у вас нет ничего этого, ничего страшного, берите то, что у вас есть. И все это варим на среднем огне где-то минут 15. Пока варится бульон, нашинкуем редьку. Вот на такие полоски. Ну и нашинкуем морковь. Также на терке. Далее варим клестер. Это вода плюс рисовая мука. И помешивая, варим, ну пока не закипит. Как начнет закипать, выключаем. Вот подостывший клестер, мы кладем красный перец, все это перемешаем и пусть разбухает. Так у нас цвет будет более такой насыщенный и яркий красный. Теперь нам нужно перемешать все ингредиенты. Вот берем нашинкованную редьку, кладем, бросаем, кидаем. Остатки красного перца. И все это перемешаем. Затем морковь.
лук-порей. Ой, не лук-порей, а зеленый лук. Вот лук-порей. Вот салат горчицы красной. Далее перемолотые наши креветки с фруктами. Чеснок молотый. Затем рыбный соус. Сок зеленой сливы. Остатки нашего вот бульона. Рассол или бульон. Бульон. Затем клейстер, который мы сделали с перцем перемолотым. Затем немножко соли. Кунжутных семечек. Ну и все это хорошенько перемешаем. Ну а теперь мы приступим к намазыванию или обмазыванию. Как правильно-то? А, я не помню. Вот смотрите, начинаем с нижних листов. Наложу сюда. Берем немножко и мажем нижние листья. Затем следующий лист также. Вот, намазали мы или обмазали. Затем берем и обмажем еще здесь, вот сверху. Так. Затем берем нижний, самый нижний лист. Берем и этим листом, вот сначала вот так вот складываем. И этим листом закрываем наше кимчи. Вот. Вот так же берем опять же этот же нижний лист. Сначала вот эти вот концы сгибаем. И нижним листом вот так накрываем. И кладем в контейнер. Вот и засолила я 20 килограмм кимчи. Ну и по традиции в Корее в этот день засолки кимчи готовят буссам. Кому интересно, что это за буссам, ссылку оставлю под видео. Ну а я пошла наслаждаться буссам с кимчи. Кстати, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. До новых встреч. Всем пока-пока. Аньон.